Рубрика «Брать не брать» Chrysler K. И с тех пор, как эта машина подверглась балансным правкам, Chrysler зажил по-настоящему новой жизнью. Сегодня я действительно считаю эту машину практически без минусов. Во-первых, отвечая на вопрос, фармит ли он, отвечу, конечно, да. Во-вторых, давайте я вам объясню, в чем же хорош данный аппарат. Да это действительно броня 8 уровня. Более того, не понимаю, как у него это получается, но при такой толщине металла Chrysler может дать фору большинству СТ-шек по динамике. Нестандартный корпус, конечно, заставит вас адаптироваться под слегка другой стиль. Дело в том, что орудие опускается хорошо, но только на свесы бортов. Про классическое и прямое танкование от башни можете забыть. Да эту машину действительно стоит покупать как новичкам, так и средним игрокам. И не стоит забывать про подписку на канал.